У нас на носу праздник, как его, он называется весенний праздник. Когда все собираются, празднуют праздник, и как его, у нас скоро будет 8 марта. Нужно мам поздравлять. Я сегодня рисовала в школе открытку на 8 марта. Кому ты ее подаришь? Маме. Только она в альбоме у меня. Я буду готовить письмо маме. Ты можешь написать 8 марта? Ну, да. Какая там буковка? Ва. Будем мы поздравлять цветочками. Это день женщин, девочек, и мам, и сестер, и детей. Нам в садике сделали подарки, мы будем дарить маме. Фу, мама сейчас услышит. Это секрет. Что ты ей купишь? Новый телефон. Какой мама хочет телефон? С блестящими острыми камушками. Он, наверное, дорогой. Очень дорогой. Я так столько денег потрачу. Даже на копилку не хватит. Я бы сказала торт. А я цветы. Маленький торт. А почему маленький-то? А я заказала бы большой, отличный. И торт, и цветы. Но особенные мальчики на свете бывают. Потому что и женихи, и мальчики, которые в школу ходят, ученики. Ну, все мальчики бывают на свете. Родители сдают деньги, и какой-то родитель покупает это, а потом отводит учителю. Дарить подарки девочкам. Ну, можно и цветы, если хочешь. Если влюбился в кого-то еще раз. Имя сказать даже, да? Если не секрет. Ну, это секрет только для вас, потому что его зовут Ваня. Я к нему однажды в гости ходила. Папа сказал по секрету нам сегодня, что на 8 марта мы поедем на отдых до утра. Папа, тебе сегодня помогает мама. Он на работе будет. Помыть ванную за маму. Помыть посуду за нее. Когда мама моет ванну, потом, когда она все помыла, я очень люблю после нее помыть то, что уже помытое. Помыть пол. Я мою пол. Поздравляю маму с 8 марта. Желаю тебе здоровья и счастья. Походят ми, полетают года, высыхают океан, океан, океан. Я трет на твоей душе и глаза, и эти слезы, эти ван. Ну не смотри ты по сторонам, оставайся такой, как есть, оставайся сама собой. Целыми ощущают твои глаза, если все живет любовь.